уважаемые слушатели, учителя, преподаватели, педагоги. Меня зовут Привалова Ангелина Евгеньевна, я автор курса по повышению квалификации по теме «Смешанное обучение». Мы с вами будем говорить про модели смешанного обучения и вообще дистанционный формат образования. Наша образовательная система очень стремительно меняется, и нужно вовремя уметь эффективно внедрить все новые методы в образовательный процесс, нужно уметь мотивировать учащихся, нужно уметь их вовлечь в этот образовательный процесс. К сожалению, главным недостатком сейчас является в школах тот факт, что не все учителя готовы к этим инновациям, не все учителя готовы и открыты к тому, чтобы внедрять что-то новое, новые технологии, новые методы. А вот этот формализированный подход к урокам, столь привычный, да, многим преподавателям и учителям советского пространства, там, в формате лекция, параграф, домашнее задание, многим ученикам это уже не интересно. Так что главная, наверное, актуальная самая проблема – это отсутствие интереса учащихся и нежелание преподавателей приспосабливаться к быстро меняющейся информационной среде, к тому, что потребности аудитории меняются, к тому, что сейчас современное поколение, поколение зумеров, оно требовательное, а мир лабилен, и нужно уметь под это подстраиваться. Именно поэтому появилось онлайн-обучение, это совершенно новый какой-то технологический прорыв, и у нас в России тоже уже многие школы переходят на этот формат. Конечно, очень важна технологическая оснащенность школы, но даже при слабой технической оснащенности можно перейти на такой формат, как смешанное обучение. Смешанное обучение – это прорыв, это совершенно что-то новое, классное, интересное. Это сочетание традиционных методов и технических при обучающем процессе. Всего есть несколько разных модулей, которые мы будем разбирать в нашем курсе. Это индивидуальная ротация, ротация, гибкая модель, перевернутый класс. Все эти модели подразумевают вовлечение учеников в образовательный процесс, развитие личностных характеристик, творческий подход преподавателя, и все это сочетается с онлайн-образованием. Я расскажу вам про игровой формат, интерактивный, про то, как можно повысить взаимодействие учащихся между собой, как учитель сам может вовлечь учеников в этот процесс, как может подарить ему эту мотивацию, как можно, делясь на группы в классе, при этом не просто вовлекаться в процесс, но и при этом самостоятельно проявлять креативность, свой творческий потенциал раскрывать. И ученики все это могут, все зависит только от учителя, от его подхода, от его готовности вовлечь в процесс и применить те методики, о которых мы будем говорить на нашем курсе. Также предполагается выполнение самостоятельных практических работ после каждой лекции и видеолекции. Естественно, их лучше выполнить, потому что это поможет вам не только глубже понять материал, но и попробовать уже самостоятельно прописать программы для смешанного обучения, проиграть заранее какие-то модели и выбрать для себя более комфортный формат обучения. Как внедрять игры, где их искать, какие игры есть на инфоуроке, что такое интерактив, какие можно командные соревновательные методы применить на своих уроках. Обо всем этом мы будем говорить.